Знаешь, откуда у меня этот обрез? Ну? От моего бати остался. Батя охотником был. Пиздюком брал меня с собой на утку, на глухаря там. Помню, лося однажды взяли. Мать тогда месяц мясо соседям раздавала. Ну, нелегально же было. А мы с батей потом еще двух бобров приперли. Пиздец она нам устроила. Да. Отлично был мужик. Че был-то? Помер что? Хер знает. Может и помер. Знаю только, что в последний раз его видели после смены на заводе нашем. Ну, этом, химкомбинате. Ну, где братаны эти упоротые работали еще, ты понял? Короче, говорят, повязали его там и увезли куда-то. Похоже, сдал его этот дядя Коля, черт. Всегда бесил меня, гад. Мамка успела потом сквозануть в другой город к сестре, ну, тетке моей. И че ты, здесь остался, чтобы писаться знешь? Ну, типа. Не верю я, что его грохнули, понимаешь? К тому же в то время как раз этот хуй на маяке нарисовался. Ну, смотритель который. Народ пачками пропадать начал. С нашего дома только человек 5. Но чуйка у меня, короче, что жив. И что делать думаешь? Да, пока вот по помойкам шарить, чтобы с голодухи не сдохнуть, ну прям как ты. А вообще как-то добраться бы до этого хрена важного. Только там по слухам охраны даже оба снайпера, мины. Как это, слышь, чё, рыжий, кажись, я знаю, как помочь. Да не пизди ты, чепушила, помог уже в прошлый раз. Да нет, тут верная тема, смотри. Если не задрот компьютерный, в модной конторе какой-то херачил, айтишником типа. Мистер Керман себя зовет или как-то так, но умный пизда. Он проебался где-то в последнее время, но если ноут с сеткой найдешь, в сети поймаешь его. И что с этим делать? Я что, пой? Да не ссы ты, ты главное ноут с сеткой нарой, вот это вобьешь, а там разберешься, там просто все. Здорово, Сергей Арсеньевич. Как сам? Стабильности нет. Дикие опять лезут не в свое дело. Что с этим городом не так? Чего пришел-то? Только быстро, у меня дел по горло. А, вот так с порога? Короче, помощь твоя нужна. Тут письма кое-какие нарыл. Пишут, механику покажи, он типа шарит. Письма? Давай сюда. Так, погуляй пока. И не трогай ничего. У меня все посчитано. Все ясно. Слышь, ты где там? Подойди. Похоже, серьезные проблемы ты себе нашел, а не просто письма. И не от большого ума, я полагаю. Тема эта глубокая и опасная на самом деле. Ты вряд ли поймешь терминологию, тут образование нужно. Если коротко, эксперименты эти, про которые тут пишут, в второй группе еще начинали. Санитар их вел. Да-да, тот самый. А как лабораторию прикрыли, он в санатории продолжил. Надо было и меня нанять. Точно все было бы хорошо. Да. Первоклассный ученый, светило, можно сказать. В кого теперь превратился, а?
хватку потерял или по голове хорошо ему прилетело тогда. Ну теперь уже далеко не Авиценна, конечно. Так, а я тут при чем? Притом, слышал я, он в курсе, что это все наружу выплыло. И про бутылки эти, записки. Коротко говоря, он сейчас ищет, кто рот открыл. И как ты понимаешь, не по душам поговорить он планирует с этим человеком. Конечно, он меня грохнуть собрался. Ну, или ты его. Тут уж кто быстрее окажется и умнее. Короче, мой тебе совет. Исчезни на время. Хотя я тебя давно знаю, опять с дуру полезешь в пекло. Ты меня вообще слушаешь? Да, ситуация... Ладно, что-нибудь придумаю. Спасибо, что помог, Арсенич. Если это помощь, то я гробовщик. А чё спёр, на место положи. Сидел бы сейчас у тетки, вот купил, а не вот это вот все. Похоже, серьезные проблемы ты себе нашел, а не просто письма. Если это помощь, то я гробовщик. Чё меня сюда притащил-то, блин? Тут, говорят, где-то вояки какие-то засели. То ли наши, то ли импортные, хрен знает. Бля, не прилетело бы откуда. Да я, похоже, понял, зачем меня этот мистер Керман к механику отправил. И какого хрена санитар меня искал. На лабы теперь надо двигать. Чё? Тут же помойка какая-то. Да тут глухарь со своими быками припарковался. Дело у меня к нему. Может, конечно, сразу ёбнет, а может и выслушает. Ладно. Не очкуй. Я сам очкую. Плюс там точно хавка есть. Может, что, обломится.
Да, пожрать бы, конечно, не помешало. Сова! Открывай, медведь пришел! Кто там приперся? Вы кто такие? Пошли нахуй отсюда! Да местные мы. С главным твоим пришли перетереть. Вы ему нахер не уперлись, два бомжа! Валите, пока я дома! Да подожди ты, у меня аргумент есть. Ну-ну. Ждите. Слышь, ты что, от лабы, что ли? Где взял? Где взял, там уже нет. Ну что, пристрелите? Рыжий, чё, может, отвалим по-бырому? Нас ещё тут и прикопаем. Хотели бы уже. Стволы и патроны мне, вещи к досмотру. Похоже это на военную базу. А тут склад у нас временный. Вам, считай, повезло. Вообще нас застали. Слышь, Чепушила, херово, наверное, быть. Принеси, подай, пошел нахуй, не мешай. Зато сытый. Товарищ генерал, разрешите обратиться? Генерал? Ну, докладывай. Меня пацаны Рыжим кличут. Это вот Чепушила. Мы, короче, из местных. Тут шаримся, там выживаем. Ну, блудняк всякий не вписывается. Рыжий, говоришь? Слышал я, как вы не вписываетесь. Санитар вон до сих пор на больничке лежит. Чё не поделили-то? Так тут это, лучше Арсенича спросить, я сам до сих пор не вкурил. У Арсенича? У механика. Интересно, девки пляшут. Выглядите вы, конечно, как лохи. Хотя Мосинка у тебя заебись. Уважаю старушку. Ты хоть с нее стрелять умеешь? Да, приходилось пару раз. Лазали там как-то по заводу пару ЧВКшников. Карту-то санитар тебе подарил? Или нашел? Редкие они сейчас. Да повезло в одном месте побывать, интересно. Херни какой-то, надышался, чуть не помню. Короче, там и нашел. Сейчас вот думаю, на лабу надо как-то забраться. Да в одного сыкать. Ну так вперед, у тебя вон какой напарник мощный, танком пойдет. Потому и пришли, в общем-то. Я знаю, как пройти, но по пути там дозорные есть, заряженные по самые яйца. Я проверял, и без подмоги никак. Знаю я эту дорогу. На лабу я бы и сам хотел сходить. Интересные там игрушки валяются. Сколько там их, говоришь? Да как твой вторник. Трое точно, может, четверо. Заманчиво. А твой интерес какой? Все, что добудем, ваше, не претендую. Мне там пошариться надо немного, да и расход. Ну что ж, лады. Парни, оформите их как надо, приоденьте. Так это, пожрать, может, что подкинешь? Твои-то вон какие отожранные. Ха, держи, не обляпайся.
хоть заранее говорил, куда идем. Может, я не хочу. Поздняк метаться, братан. Чисто? Ничего, так заебись. Где лофт-то? Эти в брониках. Надо что-то посерьезнее вануться. Короче, слушай внимательно. Поживее, у нас времени в обрез. Нормально прогулялись. Кому как. Не нашел, что искал? Наоборот. Лучше бы не находил. Похоже, пора идти на маяк. Опачки, рыжий, в этот раз я сразу пас. Шансов, что твой батя там, мизер. А снова жопой рисковать вообще желания нет. Вольному воля. Там как раз этот отморозок зрячий вернулся. Мышь не проскользнет.
Все так. Но это значит, что и смотритель тоже. Вот к нему-то мне и нужно. Ну чего там, блядь, быстрее давайте. Ага. В баньке попарит, накормит и спать уложит. Дождешься. Соколточку жила. Деньги будут, приходи. Давай, давай, быстрее. А вообще меня вон, кухарь к себе позвал. Смотри, аппарат какой охуенный подарил. Я бы на твоем месте ему не доверял так. Он сегодня игрушки дарит, а завтра первым под пулю бросит. Ладно, не учи отца и бац. Где искать меня, знаешь. Жив останусь, свидимся. Бывай. Не болейте, мужики. Слышь, чепуха, загружаемся. Понял. Навигатор, что ли? Не, ну просто хуй знает, куда ехать. Вроде бы, да. Просыпаемся, ну! Welcome to Arena, дохляк! Да,